Американские врачи готовы поставить вне закона один из самых популярных антибиотиков. Администрация США предупредила о смертельной опасности азитромицина, препарата широкого спектра действия. Управление по контролю качества продуктов и лекарств США выявило у него редкий, но страшный побочный эффект. Препарат измеряет электрическую проводимость сердечной мышцы, что чревато смертью от внезапной остановки сердца. Азитромицин привлек пристальное внимание медиков в 2011 году. Тогда от передозировки препарата погиб младенец. Кстати, в Штатах врачи выписывают на этот антибиотик 40 миллионов рецептов в год. В России он продается свободно под десятками названий. Отзывы отечественных пациентов о препарате можно разделить на три категории. Одни говорят, что он помогает после первого же применения при отите и простуде, другие хранят этот антибиотик в аптечке как панацею от всех вирусных и воспалительных процессов. Третьи жалуются на сильные побочные эффекты, нарушение слуха и ухудшение зрения. Добавлю, что медики вообще чаще смотрят на антибиотики со скепсисом. Есть мнение, что эти препараты скорее устраняют эффективность из-за привыкания к ним опасных микроорганизмов.